Когда впервые увидел его, подумал, что это за вуду такое, понимаете? Он заходит в манеж, и через 5 минут лошадь ходит за ним как собака. У большинства из нас есть набор приемов, а у Бака целый арсенал. Не нужно, чтобы конь понял, как следовать чувству, работать на чувстве. Вот так должно быть достаточно. Все, что вы делаете с конем, танец. Мы слышим о том, как ломают коней. Человек сильнее этого крупного животного. Мы можем ломать их. Теперь я потрогаю ее шею. Я скажу, этот флаг тебя не обидит. Меня сразило, что можно это сделать так, что конь будет сам сотрудничать, будет любить людей, не будет травмирован и испуган на всю жизнь. Никто тебя не обидит. Часто вместо помощи людям, у которых проблемы с лошадьми, я помогаю лошадям, у которых проблемы с людьми. Этот конь говорит немного о вас. Конкретно в этой дисциплине, если вы хотите быть успешным, нужно быть суперчувствительным. Поэтому многие, у кого это хорошо получается, они, знаете, они израненные души. Меня зовут Бакшот, и мне 7 лет. Знаете, он был совершенно обычным мальчиком. Не показывал никаких признаков молодого гения. Спасибо, мам. Я всегда мечтал стать ковбоем. Ребенком делал трюки с лассо. Отец бил нас нещадно за неидеальные выступления. Лошади — моя жизнь. И из-за того, через что я прошел, будучи ребенком, когда они боятся за свою жизнь, я понимаю это. Ваша лошадь — это зеркало вашей души. И иногда вам не нравится то, что вы видите в зеркале. Осторожно! Его нельзя винить в том, какой была его жизнь. Может, вам нужно что-то понять о себе? Может, лошади для вас единственный способ понять это? Yes, I understand, every life must end, uh-huh. Чувствую себя совсем дурой и неудачницей, понимаете? Да все нормально. Если вы сможете это освоить, вы станете лучше. Вы станете лучше в областях, которые, как вы думали, к лошадям не относятся.